the ceremony of battle, the defeated are blessed with death. Шаман Рис. Интересный бой. Ой, и шаман открывает очень необычным зловещим хаем, продолжает двумя лоу. Все это невозможно заблокировать, как все знают, хороший комбат шамана. Шаман осыпает Риса градом лоу атак, которым тут явно не готов. Выигрывает первый раунд в перфе. О, полегче, шаман. Рис отвечает ему не менее опасной хренью. Применяет все самые неожиданные удары, которые может найти у Кира. Это примерно один. Шаман Камбит, ох, сверкает Just Frame. Видно, потренился даже, несмотря на то, что он сидел все время, играл в какой-то шлаг по эссене, не играл в Сулкальву практически вообще. Только последний день или там два я застал его пару раз за игрой в Soul Calibur. Тем не менее, как мы видим, этого достаточно для того, чтобы победить Риса, который тренировался просто чуть ли не каждый день. Комбит Рис. Нет, не удается шаману наказать, и эта ошибка стоит ему победы в раунде. Ни много, ни мало. Опять применяет технику тысячи нижних атак разных, но... Ха-ха, Рис гениальный, рингаут. Рингаут от Риса. Рисовый рингаут. Шаман перемещается в другую, в комнату заклинаний, где он наверняка проявит себя сейчас по-настоящему. Хорошо, 2А, это не пир, шаман, зачем ты бьешь 2А за Зигфрида. Отходит назад, не жрет слабого стом. А вот Рис не может заблокировать даже очевидный лоу. Бросок. Шаман близок к тому, чтобы забрать второй раунд. И еще один перфект. Пока все раунды, которые забирает шаман, закончили перфектом. Если мы проведем хотя бы минимальный статистический анализ, то предположим, что если Рис нанесет хотя бы один удар сейчас, то он выиграет. Собственно, ожидается победа. Ох, джастгард от шамана. Рис, в свою очередь, не джастгардит. Хоть шаман не наказал. Очень неплохие тут страсти идут. И комба, который не комба, пытается применить Рис сейчас. Даже после блока 3B ультра, за что шаман его наказывает. Равные игроки по жизни. Но вот уже шаман практически забрал этот бой. Наказывает Райс. Ему нужно сейчас собраться. В одном миксапе находится шаман. И Рис применяет на вейкапе ББ, который не бьет по лежачему. И это очередная ошибка, которая стоит раунда игроку.